Мышка. Мышка вернулась, я вернулся. Так, мне деньги нужны. И это я не по разбору на Сан-Андрес. Мне тут деньги нужны. Пошлите сегодня, наверное, честным трудом деньги зарабатывать. Может, пожарку пройти. Она была легкая, хотя не уверен. Что еще осталось? Автодилер остался. Типография и клуб, да? Я думаю, это стрима 2 максимум. Ты даже на один стрим можно сделать все, наверное. Хотя машину долго искать, наверное. Там же, по-моему, надо машины искать. Это можешь какое-то время отнять. В теории. Блядь, сломанс. Я как будто игра лагает. Или я еще лагаю. За вчера почти все прошел. Да я уже прохожу, в принципе, лишнее. Если бы я не обходил миссии лишнее, я бы уже за один стрим бы такой прошел, мне кажется. Говорю, карьера капец короткая в Vice City, она просто игрушечная. Тут половина миссии я проходил зря, ну типа их можно не проходить. По сути. А вот, кстати, пожарка уже стоит. Где въезд? Квест. Тут очень какая короткая игра. Типа, если только чисто играть по сюжету, никуда вообще не сворачивать. Все, поехали на вызов. Сколько секунд? 45? What the fuck? Чё так мало? Какая она неповоротливая. Как вообще эта хуйня это ярить? На контрол? А на контрол, окей. Тут мышка работает? Wait. Тебе вроде похуй, так нормально. Левел 2. А что дают за 12 миссий здесь, я не помню. Тоже это? Огнеупорность? Или нет? Я не помню. Как в Vice City было. В смысле? А, окей. Надо меньше надо в стены долбиться. Потому что она довольно крепкая так-то. Будет разбить довольно тяжело будет. Ой. ТТП. А тут мышь, кстати, тут мышка не работает на эту хуйню. Это было, видимо, в этом. В Сан-Андресе. Блять, чё? Ладно. Это охуенно. Я не там поехал, возможно, хотя... Менты не пропускают, твари. Блять, где он? Надо было карту посмотреть. Ну, я так далеко поехал. Там, возможно, объехать и нельзя было по-нормальному. На этой машине особо... Блять, ты еблан. Ну, пиздец. Четверка. Не знаю. От вас будет зависеть, наверное. Насколько стрима будет хорошо идти. А, он едет, погоди, what the fuck. Стоп, тут машины едет? Подожди, чё? Такого, по-моему, даже не было в этом. Даже, по-моему, не было такого в Сан-Андрес. Хуя себе с механики. По-моему, такого не было в Сан-Андресе. Тут сложная миссия получается этого пожарного. И, кстати, время-то не особо-то много дают, на самом-то деле. Не очень-то много времени на эти миссии дают.
эти люди стоят. А, он сейчас, по идее, один поедет, да? Одно чмо уедет сейчас отсюда. Ага, угу. Я помню. Бред. Помню, я никогда эту миссию не проходил полностью. Ну, в смысле, на 12 миссий. 12 уровней. И сейчас я, возможно, выбрал хуёвый район. Кстати, тут, возможно, хуёвый район для этой миссии. Надо было уехать отсюда. Ну, я не знаю, есть район хороший. Знаете, потому что в Сан-Андреас там, где это, стартовый район охуенный. Там тупо лучше ничего нету. Здесь я не ебу, где лучше эти миссии проходить. Не знаю. Блять, охуеть. Это духота, пиздец. Это духота просто пиздец. Блять, это очень хуёвая миссия. Это просто жесть. Я нихуя, по-моему, не смогу это сделать. Эти машины, это пизда, которые уезжают. Это вообще не классно. У меня уже таймер кончается. Нахуй. Окей, это близко. Хотя и время дали мало. В принципе, логично. Да, эти миссии намного хуже, чем Сандрас. Намного сложнее. Блять, куда они бегут, сука? Ну чё, конченые, блять? Пиздец. Какой кринж. 50 секунд. Где он? Вон он. Такой же уровень, 8? 8. Чё далеко так-то? Ведь машина больше не уезжает, погоди. Может, он шанс, типа, что машина уедет? Там какой-то шанс, возможно, всратый. Что больше люди не уезжают. Это хорошо. Три двести. Все, денег-то нихуя немного дают. По факту. Тут там цены, конечно, и растут, но... Мы меняем район, походу. Не уверен, что это хорошо. Но может быть и неплохо. What the fuck? Три машины. Класс. Только, блядь, уедь. Хотя бы один. Я потушил, главное. Остальное уже не моя забота. То, что я переехал, это уже, увы. Моя миссия, как бы, на этом уже все. Они ушли все. Дальше я не вин... Куда ты, блядь, пошла, шмара? Куда, блядь, свернула? Чё, ёбнутая? Я там даже не проеду. Окей, опять близко, хорошо. Кстати, вроде время стало побольше немного. Нужен запас по времени явно. Теперь какая-нибудь машина, блядь, решит уехать нахуй. Не, как будто они больше не уезжают. Странно. Как он долго тушит, офигеть. Сука, он не дотушился, еблан, блядь. Охуеть, как он долго тушится.
Хотя может из-за FPS, кстати. Может без этого FPS лимитера, может. Быстрее бы тушились, кстати. Тысяч. Все, будут бонусы, я пройду все 12 миссий, типа денежные. Здесь будут. Блять, где они? Да. Блять! Только не в столб. Да под машину-то не прыгай, господи. Что, две миссии? Два уровня. Ну, например, до Талова пока не просру. Сейчас деньги капец будут идти хорошо. Эта миссия проходит на спидране? Скорее всего нет, там все ломают тупо, скорее всего. Не думаю, что эту миссию проходит на спидране на 100%. Не помню, что такое видел. Ебать, машина еще горела, ёб твою мать, я думал, я уже ее потушил. Бля, времени очень мало, сука. Блять! Пусти, хуйня ебаная. Я сейчас нахуй просру полный. Таймер пиздец короткий в этой миссии. Тут реально можно не успеть охуеть. Полминуты. Вон, мне по-моему еще одна миссия точно осталась. Может, кстати, парамедик легче, это не факт. Ебать, центр. Все, гага. А, подожди, уже 13 уровень. Все, я прошел. Ой, я прошел. Я даже не помню, что прошел. Ладно, заебись, тогда похуй, даже все просру уже. Уже не поебать. Я не успею нихуя. Где-то еще в пизде просто нахуй спаун. Или они на хайвее, подожди. А, окей, они на трассе луни. В глубине. Да, по-моему, если ты их убьешь, по-моему, миссия провальна будет. Их давить нельзя. Ну, вернее, давить можно, когда уже потушь. Потом уже похуй. Пока горят, их нельзя давить, по-моему. Как они долго тушатся, пиздец. И куда они пошли, блядь? Блядь, вы что, конченые? Или там бассейн есть? Может, я не знаю, что там бассейн? Не наоборот, мы шумные. Заебись, он еще меняет направление движения. Класс. Ну, покажи его. А где он? А он. Найс. Минута. Все. Это конец. Это конец. Я не успею. Это нереально. Это нереально. По-моему, это конец. Если будет минута. Я машину не могу потушить. Все машины потушил, даже понять не могу. Ну да. Ладно. Сука, один еблан в пизду убежал. Не, все. Одно чмо, сука, куда-то за угол побежало.
Не, я дольше буду обратно ехать. Ну ладно, благо миссию прошел. 12 миссий прошли. Ну, близко было. Ну это просто пиздец ублюдские спауны. А да, я, кстати, потом переехал. Или там я кончился. Вообще хуй знает. Сохраниться надо. На всякий случай. Вообще можно попробовать этот спиздить вертолет, спиздить с базы. Тут пиздец уебищная миссия пожарного, она намного хуже, чем в Сандрес. И даже забыл, какая она здесь, блядь, уебищная. Это просто пизда, какая она плохая здесь. Либо надо в другой локации делать, хотя не уверен, что что-то меняет. Тут да, ни камеры, ни хуя нет, и они тушатся просто полгода нахуй. Просто полгода ждать, пока кого-то потушишь. Прям очень стрёмно. Так, набираем бабки. Типа теперь я огнеупорный. Надеюсь. Уёбок. Или это был не он? Ну уже похуй. Нет скорой? Тут нет машины скорой. Серьезно? Ебать, скам. Нет, водоупором я точно не буду. Тут нету водоупорства. Лучше скорую искать. Бей кого-нибудь. Не. Нет, не на 100%. Ну просто игра очень короткая, я решил хоть немного растянуть удовольствие. Тут всю игру можно за один стрим пройти. Типа даже если не пытаться особо. Василина капец быстро проходит. Тут сюжет там ну совсем маленький. Если ничего лишнего не делать. И плюс деньги нужны, правда, все равно. Потому что клуб 100 стоит. Типография стоит 70. Так что, блин, хер бабки-то нужны. Типа, конечно, клуб, наверное, окупается. Наверное. Там миссии какие-то же мощные там были точно. Ну хз. Еще можно этого купить. Автодилера купить. Машинки тоже поискать. Там, кстати, гонки были, по-моему, довольно сложные. По-моему. Или кажется, будто они были сложные. Может, не особо сложные. Тройка подольше, чем в Vice City, да. Была, по-моему. Как будто да. Миссия с Филом? Наверное, нет. Я не помню, где они. И когда они начинаются. Так, стоп, мне же потом их вести обратно, да? Тут таймер дают за... Блять. Я еще не сделал эту спидран-стратку, подожди. Надо было двери все поломать. Не, вообще, знаешь, иди нахуй, я тебя не повезу. Где? Увы. Теперь нормально. Вот теперь можно работать. Теперь можно и поработать. Подожди, сколько? 4 минуты? Куда меня нахуй отправили? What? Какая тут неадекватная, блядь, игра. Это как нахуй? Я, блядь, представляю, если эту хуйню нам нужно делать на спидране. Без, блядь, обузов. Это ж пиздец просто. Разброс. Это куда вообще? Это в другой конец города меня сейчас отправили отсюда? What? Вы чё, ёбнутые нахуй?
Я думаю, типа, ну хоть тут пытается по району. А, это на ёбаном пляже. Блять, а как туда проехать? Можно проехать? Пизда. Я еще и не проехал. Не, иди нахуй, блядь, нахуй это мне надо, блядь. А что-нибудь, блядь, в городе? Ёбнис. Нихуя что придумали. Так. Тут, кстати, не одна больница, нихера. Тут тоже есть больница, он. А, где у нее въезд? Блять, охуенный въезд, пиздец, вы что троллите? Охуеть, как удобно, нахуй. Охуенно удобно. Что-то похоже, эта миссия еще хуже будет, чем пожарный. Что я думал, хуже пожарного уже нихуя не будет. Пиздец, и опять пляж. Как? У нас есть въезд, ладно. Класс. Блять, тут еще хуёвая физика. Блять, вставай быстрее, блять. Бля, я зачем плохо разгоняется. Привет, вода. Тебя потом подберу. Есть заезд? Какой же уебанский въезд. Они их разбрасывают тоже. А это нереально все. Это просто, видимо, RNG параша. Нихуя тут разброс. Как с таким таймером вообще это можно проходить? Ёбнись. Пизда, просто таймер говна. Блять, ты конченый? Ты конченый? Блять, нитро надо этой скорой, по-моему, делать. Ну, типа, дают время, но, сука, один хер как будто. Ну, хотя, ладно, сейчас его, кстати, скину сразу, может, даже нормально будет. Тут въезд такой, блять, раковый. А стоп, за него не дают время. Только за пикап челиков дают. Класс, я думал, за ним тоже время получу, я только зря время потерял. Блять, ты, сука, конченый, блять, долбоёб. А, кстати, скорую я же не могу ломать, да? Я же не могу ее взять новую. По-моему, я не могу из нее выходить. Это, кстати, тоже... Так-то не очень удобно. По-моему, она как бы одноразовая. Типа один раз и все, я не могу починить. Блять, ты еблан? Это был мусор, по-моему, это был мусор. Надеюсь, я его не убил. Наверное. Не, я про то, что я вообще не могу из нее выходить, по-моему, из скорой. Если я из нее выйду, по-моему, там таймер пойдет, типа что. Хотя, правда, я же могу в другую скорую, может быть, пересесть. Я не знаю, игра конкретную скорую отслеживает или просто типа тип машины, что я в скорой. Вот это, кстати, вопрос. Не уверен, как это работает. Дверь это поломать не особо долго. Надо было взять эту бензопилу, надо было взять тогда. Ей быстрее двери поломать. Да я сейчас просто проебу, поэтому уже, может быть, проверю, да. Тут, по-моему, явно уже просру сейчас. Это времени не очень много.
also Howard, thanks for the info. Тут, по-моему, какая-то гонка есть. Это какая-то гонка, наверное. Какая-то трасса проложена. Да, вон, наверное, машинка. Я полагаю, там много денег не получим, так что она не стоит того. Новых клиентов делаем скорой. Блять, а он не там. Ёб твою мать. Блять, надо было объехать. Хотя, ладно, там, по-моему, сильно быстрее было бы. Спаун неудобный. Прям на повороте. Вас 9 секунд. Ну куда ты поворачиваешь? Ну вот такой он труд, честно, да. Не кокаином приторговывать. Тут приходится потеть. Людей спасать сложно. Такси? Такси, по-моему, тоже не сильно много дает, наверное. Хотя... Не уверен. Тут 12 уровней, а можно играть, по-моему, бесконечно. Нет, по-моему, ограничения. Самая легкая это ментовская миссия, она самая легкая. Там потому что можно вертолет взять с базы военной и на нем хуярить. Хоть бесконечно. Только надо его тут еще украсть, вот в чем сложность. Это довольно сложно, наверное, сделать. Ой, блядь, нахуй я сюда, ой, блядь, еще и дождь, ёб твою мать. Ой, зря я сюда заехал, как сюда теперь выехать. Ой, блядь, ой, нахуй. Ой, какая ошибка. Ой, какая ошибка. Не будет нормально. Да все или? Не, еще один есть. Где выезд тут? Ну и так. Еще два, в смысле, здесь 5 мест влазят. Там 4 человека за это могут стоять, раз. Думаю, 3 максимум. Там раз за 5 мест. Вон там 3 места. Вон там нету 5 мест. Вон это неправда. Что надо сказать, как Сандерс, так же, по-моему. Там тоже, по-моему, было 3 места. Блин, дождь, конечно, вообще не помогает. В этой миссии. Шестая миссия. Богатые будем. А, что по машине? Пока еще вроде не дымит, окей. Блядь, не надо в меня поворачивать. Бля, где тут находится он? В ебаном голф-клубе? Пиздец. Ты что, угораешь, я должен
Я туда, по-моему, не доеду нихуя. По-моему, это конец. По-моему, это конец. Охуеть. Заебись, спаун. Просто заебись, спаун. Они еще в самой жопе этого пляжа. Ты ёбнутая. Ну типа, если двери не поломать, мне кажется, вообще эту миссию пройти просто нереально. Вообще. Это буквально нереально. Ну типа, эти близко стоят машины, на них все время отыграю. Этот неплохой спаун. Пиздец, животное. Блять, столб, иди нахуй. Пусти меня. Ну, все еще пока не дымлюсь. Я думал, миссия пожарного душная. Думаю, это наоборот легче будет. Все наоборот, то хуйня намного ху... Да вы заебали, блядь. Сука, еще стоит полгода. Не. По-моему, без шансов. Там ехать пиздец, по-моему, далеко. Вообще без шансов. Просто без шансов. Полторы минуты, нахуй. Я даже не понимаю, куда ехать, погоди. Куда это вообще? Где это? Это на ёбаной студии. Охуеть. Еще обратно надо еще уехать. Это на студии. Ну, в принципе, это не прям мега далеко. С другой стороны. Есть шанс? Блять, мусор, иди нахуй. Блять, съебись. Там что, одностороннее, что ли? Там знака нет, одностороннее движение. Дорожники уёбки. Почему знаков нет? Не, я успею, походу, ладно. Надо же, что-то казалось. Не так и сложно. Ну там... Просто всегда едешь... На грани ёбаной. Просто нет времени. Охуеть, опять где-то в пизде один заспаунился. Просто где? Вау! Ты серьезно? Ты нахуй серьезно? Это еще и тупик при том там. Dead end. Отличается треугольник, типа, это выше или ниже твоего расположения, значит, по высоте. Так, я могу еще одно взять. А здесь въезд, господи, я въезда не помню на пляж. Вроде по карте примерно видно, но порой не особо. Ой, блядь! Аккуратно. Аккуратно, блядь! Ты еблан? Меня не видит. Блядь! Серая на сером. Чуть не въебся. Как будто маленько стало побольше времени.
Хотя может кажется. Привет, Бэтмен. Пляж это капец духота, да. Особенно, кстати, в дождь. Он просто вообще в дождь здесь не едет. Так, по трассе-то ехать не надо нахуй. Я опять с нее не выйду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не переворачивайся только, блядь. Не, ну без дверей есть шанс. С дверями, по-моему, вообще пиздец. Столько времени терять на открытие дверей каждый раз. Я, по-моему, из-за этого, по-моему, наверное, и не проходил на в детстве, потому что двери не ломал. Что, например, столько времени теряешь, хуй знает куда. Я мог там, по-моему, проехать от троллю. Правда, проезд тоже мерзкий. Пиццу возить. Я не помню, где она. Тоже можно в теории. Хотя я не хотел ее делать, потому что там хп дают, по-моему, повышенные. Кринж. Правда, копа, может, пройду, а там тоже, по-моему, бронежилет дадут повышенный. Заебись, я ничего не вижу. Утро доброе, блин. Вечер добрый. С Рождеством, блин. Доброе утро, блин. Спасибо, Дмитрий Леводников. Соболезную, блин. Спасибо. С месяцем черной истории, блин. А куда я поехал? А куда я поехал? Не знаю, куда я поехал. Блять. Да в смысле? Стопай. Это только восьмая миссия еще. Блядь. Я пока еще живу. Опять остров. А, да, да, где рокеры были, помню, да. Там же миссия даже была с ней. Два раза туда приезжали. Ну, посмотрим, может, заедем. Я не помню миссию с пиццей, что там. Сука, она душная. Не думаю, что я вообще когда-то ее проходил. Не помню. Блять, ты... Ты классный человек. Пицца легкая. Забавно. Это просто будет такая хорошая награда, что как будто должно быть душно наоборот. За такую... награду. Видимо, все наоборот опять. Скорость трики. Там, по-моему, хэм, по-моему, недавно делал. Пытался, типа, сколько уровней сможет пройти этих полицейского в Сан-Андресе. Хотел, по-моему, 500, что ли, пройти уровней подряд. Или типа того. У него, по-моему, вроде 300 получилось с чем-то пройти уровней за один стрим. Блять, блять, сука, в столб, а не в машину. Все, ну въебался. Не покажи вам вроде. Твоя машина живет. Дверь открыла свой. Свою не удалил. Ну это Малибу. Это Клерчик. Ну, кстати, благо мы пока по одному району едем. Нас типа один раз что-то куда-то отправили в пизду. Но больше как бы и нет. Плюс-минус на одном районе гоняем. Да, я помню, где спицу, да, я уже понял, где она. Да сука, опять он тут машину хуярится.
Блять, пляж такая руина. Пляж такая руина. Уж он медленный. Эй! Эть. Сейчас, по-моему, время отыграем маленько. Тут дальше спауны хорошие вроде. Ну, близкие опять пляж, вроде странно. Ну, то вроде более-менее близко. Ну, вроде как. Да, тут хорошие спауны. О, хорошо. Шикарно. Где он? Ай! Нет! Сука, опять. Ладно. Голдейс, тут все в золоте. Тут все сплиты золотые пока что. Пока. Ну окей, душа, но пока вроде едем. Пока даже вроде как-то получше пошло по времени. По итогу даже и пожарка будет более душно, чем парамедик. Опять не понимаю, где они. Интересно. И как я это должен успевать? Ну, видимо, в конце, наверное, сначала тут, наверное, время настакать попробовать. Это нахуй никак. Это вообще нахуй никак. Это без шанса сейчас ехать туда. Ну типа тут на пляже можно пофармить. Блять, тупой хуесос. Иди отсюда. Пока я все еще не дымлюсь вроде. Ой, блять! Ай! Господи, хоть не убил, слава богу. Только лужа крови под ней, но это нормально. Потому скоро он и вызвал правильно. Быстрее добегай, прыгай, на ходу прыгай, нехай-то. Скорое время, деньги. Пляж. Пляж. Машина тут плохо тормозит. Длинный тормозной путь оказался. Не доехал пациент. А чё они со мной едут дальше? Я вас не везу никуда уже, вы что думаете? Довезу, что ли? Я все. Я уволился. Нахуй эту скорую. Дальше ребята сами. Не. Увы. Ждите новую. Пошел дальше. По своим делам все. Еще раз попробуем. Блять, так, сука, близко было, пиздец. Это было так близко. Обидно, там, по-моему, миссии 3 оставалось, чтобы эту хуйню пройти. Ну, тут броники есть, оказывается. Интересно. Так, а я у другой больницы, как бы, и начинал, в том-то и прикол. А вообще, как бы, пляж и там есть, поэтому не знаю. Наверное, одно и то же будет. Это, правда, остров, блядь, есть уёбищный. Но вообще, наверное, может, там правда лучше будет. Посмотрим. Пробуем. Просто я там начал, меня тут же в эту пизду отправили. Сходу. Я там вообще не поработал. На той стороне острова. Меня сразу отправили... Блядь. Или можно, кстати, пройти эту пиццерию, кстати, раз она тут рядом. Давай пиццерию пройдем. А, тут сразу она хуярится, окей. А как тут? А, драйв-бай, типа надо просто кидать.
сбоку. Окей. Тут такой дилей. Офигеть. No wasting time this time, pal. Чё? Алло. Hey, come on, mister. Deliver these quick. What the fuck? What the fuck? Ладно. А сколько нужно пиццу отдать суммарно? В смысле, блядь? Алло. Хватит. Тут денег вроде мало будет. Наверное. Не так выгодно, как с теми миссиями было. Еще пиццы можно подбирать, которые не поймали, а? И таймер типа есть, но он какой-то такой не очень прям. Кстати, можно вообще, по-моему, кидать на похуй. Это вообще, по-моему, не особо точность нужна. У него капец управляемость этого мотика. А сколько уровней? Сколько там же делать? Тоже 12 раз туда-сюда хуярить. Блять, опять пляж, сука. Блять, опять забайтился. Нет проезда. Да сука, да ёпта, ну ё-моё. Да на карту смотреть. Вот здесь есть проезд. Вот тут есть проезд, точно. Кстати, мутик неплохо едет по пляжу, смотрю. Хотя его только носит маленько, что неудобно. Хватай! Молодец, умная. Заказчика да я тут не собью, по идее, я вроде сбоку уже еду. Тут, мне кажется, шанс меньше, что я кого-то убью. Не, ну типа время тоже есть так-то. Немного, но время идет. Тут тем более время-то как бы не добавляет нихера. Ну вернее, как бы дают время, когда ты берешь новые заказы. То есть, типа, каждый раз по три будут, да, заказывать, или потом будет больше, сука. Блять. Ломают пиццу. Ой, блять, сейчас чуть мужика не сбил, реально. Хватит. Молодец. Хватило. Ты конч? Или это я конч? Да сука. Ладно. Похуй, пицца еще осталась нормально. Ну а тут таймер хотя бы не душный, ладно, и на том спасибо. Тут время реально много дают, хотя бы. Либо сейчас опять какая-нибудь точка на другом нахуй острове будет. Как назло. И вот я уже нихера не успею тогда.
Тут такие приколы тоже возможны. Не удивлюсь. Охуеть! Урод. А, кстати, 4 заказа уже. Wait. А вот уже и больше стало. А вот уже и больше стало. Уже нихера не 3. Да в смысле ж нажал? Хватит. Молодец. Их 5? Подожди, не 4? 5? Серьезно? То есть тут уже нельзя промахиваться, получается? Наверное. Ну-ка. Э, в см... What? Чё? А какого... Чё нахуй? А? Ты ёбнутая? А как пиццу, кстати, взять обратно? А почему она отмечена? А как ее... А как ее забрать обратно? Никак? По-моему, это софтлок. Слышь, шмара, на. Ну типа у меня еще две пиццы есть. О, она ушла, подожди. Она исчезла. What? Подождите, она исчезла. И миссия не провалилась при этом. А нет, стоп, их три. Тара-га-га. А тара нахуя миссия дальше идет? Если я уже ее не могу пройти, получается. Так это га-га. Их можно убить. Я, наверное, сейчас одного убью, потому что у меня все равно одна пицца осталась. Один точно умрет. Я могу заехать? Подожди, могу? Я вот и думал, а где она? Я точку проехал. Я забыл, где она находится, блядь. Где-то здесь. Вон она. А, да. Охуеть, даже маркера нет. Смешно. Ладно. Опять игра для умных. Ни маркера, ничего нету. Не-н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 е. Я еще могу эту хуйню пройти, я думаю. Я справился. Опять баг. Окей, все. Я баг исправил. Чё за баги? Какого хера? Ну, видимо, их надо убивать, я не знаю. Потому что я уверен, типа, меня нахуй пошлют, если я приеду. И, типа, маркер останется. Явно игра забагует. Смешная хуйня. Сколько мне эту еще хуйню надо доставлять? Я уже устал. Сколько можно жрать? Надеюсь, патчи выпустят. Все уже исправили в Definitive Edition. Все починили. Опять тупая, я ж прям тебе кинул. Не поймала. Блять, вы ёбнутые? Тебе прям въебало надо, что ли, кинуть? Они как будто, кстати, реально стали более тупые на этом уровне.
Надо опять заезжать, да, кстати, мне опять не хватит, точно. Вообще никак. Играбельные? Ну, у всех разное понятие играбельности. Она работает, как минимум. Но играть в нее желание у меня лично ноль. А, окей, здесь мне сами дают приехать, окей. Думаю, можно проехать насквозь. Да, блядь, этот мотик меня бесит. Как же он мешается. Кайф. Амиго. Тут есть финал доставки, в смысле финал. В каком плане финал? Опять такой попался. Не цепкие. А можно пройти полностью? Пройти полностью? Получается, ищем good ending сегодня. В этой миссии. Играем до конца. До хорошей концовки. Как человек стал из доставщика директором Додо Пиццы. Ищем хорошую концовку. Странный плейлист, но вроде есть песни из Vice City, ладно. Плюс-минус пойдет, наверное. Вместо радио. Чтобы воду мне мозги не ебали. Сколько же, блять, миссии прошел? Хотел сказать. Тут нет, кстати, этого уровня, да? Вернее, они есть, наверное, но они тупо не отображаются никак. Сука, я уже сделал кругов. Надо выехать, ну хотя ладно, давайте ходим сначала. Близко. А ты куда смотришь, брат? Смотрю в стену. Утро доброе, блядь. Так, теперь вроде правильно сделал. Спасибо, хрон за 200. Вот, хоть у меня можно YouTube посмотреть. Возможен. Или нет. А может и нельзя. Он умный. Он умный, но он тупой. Блять, он очень тупой. Брат. Ты что, пиццу не хочешь? Он не работает, да? В этот раз. Или... А-а, не работает. Собака. А если так сделать?
YouTube пытается, я верю. Он правда хочет. О, получилось. Еще тут по-любому тоже себя перезагружу, да? Как обычно. Мне не пойдет, ну и ладно. Ух, сюда просто играет. Там, по-моему, картинки сейчас, по-моему, нету. Поверх стрима. Притл Минстер. Ой, господи. Ютуб шикарно смотрится в шифтабе. Это кто такой? Сюда шифтаб. Хорошая музыка для доставки пиццы. Это говновоз. А можно ли доставщика пиццы назвать говновозом? В теории, наверное, можно. Смотри, какая пицца, наверное. В принципе, такое может быть правдой. Тоже был миссия 7 или 8 по ощущению. Не знаю, сколько еще осталось их. Нет, слишком быстро. Ай, бля! Ай, бля, садись быстрее. Если какой-то еще прикид модный. Я забыл, когда его взял. Спортик. Это где, по-моему, эти... Кубанцы, по-моему, там, по-моему, взял этот прикид. По-моему, там где-то он был. По-моему, вчера был. Так, времени, кстати, уже не так и много остается, на самом-то деле. Времени уже не очень много остается. Кубанцы, ну да. Та самая банда кубанцев. Ебать. Который точно хочет Сандреса, я верю. Спасибо огромное, 66 евро, господи. Сумма-то какая. Опять редкий алерт, это страшный. Хорошо, мы его редко слышим. Еще с музыкой вместе. Спасибо большое, мистер. Редкая, но меткая. А, она поймала, серьезно? Она даже не близко, по-моему, была. Блин, время-то осталось 1,5 минутки. 1,5 минутки. Успею. Сколько дает время? 3 минуты дают каждый раз? Опять, похоже, максимум. В смысле, Lazy Bat, что, охуел? Тут, блядь, жопу рву нахуй с этими пиццами. Хуя себе Lazy Bastard, блядь. Все, были бы такие курьеры охуевшие. Это курьер года, по-моему, скоро будет. У меня тут уже медаль. Блядь, мать. Ну-ка. Мне в городе 52 часа доставляет 50 населения. Это, кстати, прикол, да. Чем город меньше, тем, по-моему, все наоборот дольше доставляется. Потому что просто сервис хуже, как правило. Потому что всем похуй. И кто особо не старается. Это и есть такая тема. Причем, кстати, почему, если они приходят, какие-то хорошие доставки, да, в такие города, они там пиздец становятся популярными, кстати. Где просто нет вообще никакого сервиса. Или очень мало. Там прям вообще... конкуренции нет, считай. Ты такое часто слышишь. Потому что там вот что-то, считай, новое.
Какие-нибудь хорошие суши, пицца, бургеры. Там сразу типа на расхват. Ну это не везде, опять же, да. Типа везде есть все равно норм. Ну, в целом, типа, чем город меньше, тем шанс меньше, что в нем типа будут такие штуки. Пиздец. Куда ты меня повезла? Отпусти меня, женщина! Господи, ты куда меня везешь? Иди нахуй. Просто поехал. В больницу. Блять, опять в дурку. Опять в дурку везут. Давно пора уже. Опять смотрим, блядь, чё они все в стены смотрят? Ты там ждешь, что приедет доставщик со стройки? Видимо, через заборы мы должны ее кинуть. Чё они все в стену смотрят? Уже который раз! Блядь, этот мутик, я жалею, что так его припарковал. Очень зря. Муки в городе много, в небо смотрят. Ну, мука, она может такой давать эффект, наверное, да. Хотя не уверен. Но возможно. Не, ну, по крайней мере, ладно, мы на одном районе. Тут, типа, доставка эта от своих, типа, не отходит установок. Соблюдаем, так скажем, это район доставки. Ни ближе, ни дальше. Сколько еще их будет? Я скоро так сам уже есть, по-моему. Захочу такими темпами. Сколько эту пиццу можно возить? Еще не все. Это еще не все. Только все время всегда одинаковое, я понял, да, видимо. 5, потом 3 минуты максимум дают. Не больше, я так понял. Больше, наверное, и не сделать. Блядь, тихо. Эх, тяжело быть доставщиком. Блядь! Ты бык! Да вы... Сколько здесь этих психованных водятелов? Блядь, опять клуб. Опять Малибу. А, по-моему, он слева. Это он справа. Здорово. Хватит. Надо на YouTube пихать твои сети, на, надо, да, все-таки загрузить тоже. Блин, там уже два видео будут, сука. Надо будет их чинить. Такой кринж. Там намного будет мест без звука, наверное. Из-за радио включенного. Надо было сразу включить, блин, просто Spotify плейлист. NPC сказал фучер? Реально? Даже не слышал. Окей, поймала. Так. На заправку. Так, еще три. Это миссия легкая, реально. Просто душная. Не душная, так сказать. Скучная. Тут ничего не происходит. Просто кидаешь пиццу.
не захватывает. Все же и пожарка, и парамедик были как-то, конечно, повеселее. Пободрее. Я еблан. Господи, а где оно? Где проезд? Здесь только. Да, блядь. Парамедика? Нет, я задавил пациента. К сожалению. Окей. Причем на 9-й месте, по-моему, или 8-й. Может, еще раз попробуем. Шкурю сыну, я еще хочу хотя бы 2 дня поиграть в Vice City. Что она уж больно быстро проходит. Потому что я могу сегодня эту игру закончить. Тут, по сути, осталось, по-моему, только купить на типографию и все, наверное. А дальше будет уже после финальной миссии, наверное. Хотя я не помню, там уж какие-то еще были миссии, которые я забыл. Типа, кроме финальных миссий и типографии. Не уверен. Типа, клуб надо тоже проходить вроде. Клуб, типа, типография и все. И финал. Типа, это буквально на часа 2, наверное, 3 максимум. Если это сейчас сразу проходить. Тачки нет. Тачки не знаю, их как бы тоже вроде не особо надо делать. А, все. 5000. Лобби русайт. Все. А что это за такси что дают? Я не помню. Такси. Кстати, автобус тоже есть. Только там не место, просто можно типа ехать по остановкам и людей брать. Я помню, в детстве это был хуйню Майлз. Всегда мечтал стать маршрутчиком. О, сабля. Только еще неправильная. А, такси дает бег? Подожди, а что-то дает скорая? Я думал, за скорую получаешь спринт. Спасибо большое, еще 200 хрон. Ну-ка, сейчас пойдет со второго раза. Так, давай-ка я сохранюсь опять же. А то у меня игра вчера один раз крашилась, мне это не очень понравилось. 200 хп? Реально? 200 хп? О, плюс 5к, кстати. О, оно заработало. Вроде, или... Я не понял, нет звука. Или есть, подожди. Непонятно. А, там троллинг опять. Там тихое начало, окей. Офигеть. Ютуб работает, представляете? Unreal. Тут же миссий нет никаких, правильно? Тигр. О, тоже пиццел. У вас нет? Хи-хи-хи. А у меня работает. Раз он хуёво. Если я могу такси пройти вместе, но мне кажется, там денег мало дают. Нет смысла. Может, на военную базу сгоняем? Блять, поехали на военную базу, я хочу пройти этого. Мусорскую миссию. Но это духота, пиздец. Это такая духота. Я, скорее всего, там не выживу, скорее всего. Да, я Goodbye DPI использую. Пока вроде работает, плюс-минус. Не хочу с этими ППНами пока дело иметь. Пока вроде этого хватает. Бывает только типа грузит не с первого раза, но все равно грузит. Full HD. Французский VPN. Всегда мечтал. Spotify уже был французский, теперь можно и VPN купить французский заодно. То есть я прошел, да, миссию? Да, здесь была телефонная миссия, я прошел. Где была база, подожди, я не помню, где она была. А где военная база? Как мне проехать? А, вон там. Вот тут, да? Ну, удобно, можно тут проехать, окей. Хорошо придумали.
Сейчас мы без палева сюда заедем, типа, внутри вот так вот. Опа. А, я не получаю розыск, подожди. А, просто по мне хуярят миллион. А, окей. Понял, 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 все, я пока уйду. А где, подожди? А нету вертолета? Думаю, будет вертолет. О, кстати, это Rampage есть. Еще Rampage. О, миниган. Хуес. Блять, шел нахуй. Блять, я не могу прыгать. Танк проще. Да разве танк проще? Танк медленнее. Как минимум. Но хотя танк тоже нормально, наверное, давай. Можно попробовать. Три звезды. А почему я не получаю? Подожди, вот what the fuck? А почему их меньше не становится? What? А, машин 15. А, это машины. Я забыл, тут еще на машины есть, точно. Блять, это полная хуйня тогда. Это машины. Да-да-да, я вспомнил. Там еще в доках такая же миссия, по-моему, есть. В доках такая же миссия есть. Это машина, кстати? Вертолет. Я хз. Наверное, нет. Я вообще могу его, блять, убить с этого. Бля, не пизда. Окей, я могу. Надеюсь, это машина. Блять, ёб твою мать. Как же ебут. Как же ебут. Жесть машин. Как же ебут. Не, по-моему, ГГ. Не хватит времени. Хотя, 4 машины. Ай, бля. Я не успею. Еще две. Come on. Come on. Я не успел маленько. Бля. Я выживу. Я точно выживу. Я не... Переехали. Блять, просто переехали нахуй. Ладно, похуй. Не выжил, все же не выжил. Благо игру я сохранил, так что нормально. Да, только броник. Ну хотя броник почти полный, похуй. Окей, ладно. Но это было неплохо. Да господи. Только, блин, ехать далеко. Слушай, а там нету этого вертолета, или я его не увидел? Может, вертолет. Слушай, погоди, у меня же есть снова вертолет, правда же? Подожди, у меня же есть транспорт воздушный. Или он потом появляется? Там же была, по-моему, птичка на крыше. Это явно будет проще. Там хоть базу будет видно, чтобы точно понять, есть он или нет. Потому что он типа на базе позже тоже появляется, он не сразу, может, там есть. Не уверен, когда он появляется. Да, шикарно. Ну во. Ничего, это себе голову делаю. Явно проще будет. Полетели. Кстати, звезды не дают. Смешно. Я думал, будет это. Будет типа розыск. Потому что я на базу проник, как в San Andreas. Там вообще такая ебля сразу начинается. Броник дает этот. Мусорская миссия дает броник. 12 уровней. Подожди, скоро дают бег, а что дает тогда такси? Я так и не понял. А что получаешь за такси? Так и где?
Ты нихера не вижу. Такси прыгает на shift, бля, охуеть, полезно. Очень полезно. А где чё? Вообще ничего нету. Ну вот типа вертолета его нет, да? О, нихуя себе, здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Блядь, эксплюдец. Блядь, я уже дымлюсь! Жесть. Изнасилование. Так, а танка тоже нет, подожди, или есть танк? Погоди. Давайте припаркуемся. Тут танка тоже нет. Вроде. А где танк? Я как бы и танка не вижу. Либо он в ангаре где-нибудь, возможно. А. Ну и хуйня эта база, это нахуя она нужна? Ни танка, блядь, ни вертолета нет. Что за хуйня? Какой-то скам. Может, тут он должен появиться потом? Бля, что-то, по-моему, сейчас выебут. Тут ребята очень злые. Ну нет, нихера. Сраные машины. Здорово. Им похуй на меня. Значит, тут денег не получу. Тогда только остается скорая. Еще раз скорую попробовать. Там денег получить побольше. Там, где была лесенка. Так, этот рэмпейдж. Блять, они меня стреляют. А за что? А за что? Да, блять, да зачем, мужики, вы чё? Да вы чё, блять? Ладно, в эту игру могут двое играть. Я, по-моему, сон не выжил. Я сон не выжил. Блять, хп очень мало осталось. Я ищу машины. Ничего получше пошло. Шума. Ебать. Ну, видимо, будет Сандерс, ладно. Спасибо огромное, Кит, за 3200. Блять, я сейчас убью только. Спасибо огромное. Видимо, начинаем марафон GTA и вправду. Ой, блядь, марафон смерти мы начинаем. Ой, блядь. Ой, нахуй, еще одна машина нужна. Еще одна. Не-не-не. Где машина? Ну, камон, вы что, одна осталась? Вы нахуй троллите? Блять, его задеспауну. У меня хп осталось 18, подожди. Бля, нет! Нет! Не надо. Дай транспорт. Уезжаем, все. Не-не-не, все. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Надо снова сохраниться. Вообще, надо на паузу отойти ненадолго. Звезд нет, но все равно. Могут трахнуть. В этой игре тебя где угодно могут трахнуть. Нет, середка не прошел. Середка короткая очень, я потому хуйней решил позаниматься маленько. Середку можно за один стрим, по-моему, пройти в этой игре. Если прям захотеть. Тут очень короткий сюжет. Можно, кстати, да, можно, кстати, купить машины. Кстати, да. Правда, блядь, это их надо дольше всего, я буду делать. Я их просто не помню даже. Ну, получается, да.
Получается, да. Я думал, что хотя бы 2-3 стрима будут, но, видимо, да. За один все сделали. Видимо, будет San Andreas еще. Может, кстати, русский язык к нему скачаю, наверное. Там более долгая игра, там. Хоть с переводом, может. А в Steam есть русская версия? Наверное, нет, да ведь? Вряд ли в Steam есть русский перевод. У меня только Steam версия есть. Надо будет поискать-то хотя бы субтитры. Какую миссию с вертолетом проебал? Какой миссии речь? Фу, блин, 50-ка охуеть дорого. Ока цена. BJ Smith. And you must be Mr. Vassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. Не, эту миссию я прошел с первого раза, да. Но было близко, было близко. Я почти провалил. Можно музыку вырубать на коцене. Опа. А, вот эта сабля. Быстро, да. Заряженная сабля. По-моему, идут в конце. Или не в конце, не помню. This is prime development. За какой-то список дают, скорее всего, машины. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Изи. Опять минус 50-ка. Деньги капец уходят, а особо тут их и не получаешь. Денег прям много уходит. Типа это гонки. А гонки, что дают гонки? Не помню, что гонки дают. Лэндстокер, Айдахо, Эсперанто, Сталион, Рейнджер, Блиста, Компакт. Кстати, гаражей здесь 4. Тоже, кстати, удобно. Блиста тут вряд ли вообще есть. Помните, все машины не здесь. Ну, хотя, подожди, Эсперанто, кстати. Кто там дальше едет? Гермес, окей. Одна уже есть. Кстати, я битрейт сделал выше сегодня. Рейнджер, 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 рейнджер. Нет, нет. Не уезжай, друг. А он уже исчез, сука. Блять, рейнджер был. Обидно. Я помню, Лэндстокер. Это я зря сделал, это я зря сделал. Я с ХП, подожди. У меня ХП 12. Еблан. Лучше уйти с дороги. Похуй, что эту машину пока отдадим. Это типа легкий список первый, наверное. Там дальше может быть более душные. Так. Надо сохраниться. А может сверху уже есть машина нужная, подожди. Я вряд ли. А, тут нихуя нет. Вот пакет есть. Опять пакет с мукой. Нет, я начинал GTA Vice City. Это буквально была моя первая GTA. Даже GTA 3 я не застал, это уже было чуть позже. Тому, видимо, уже не стал играть. Что она вышла раньше, чем у меня комп появился. Третья прикольная тоже. Третья мне тоже понравилась. Хорошая часть. Сюжет такой, наверное, менее, наверное, интерес, чем в Vice City, наверное. Сюжет более смешной, сюжет в целом. Более закрученный. Но игра забавная. Мне наоборот вид сверху вообще не нравится. Я GTA 2 даже стримы смотрю очень сложно. Я это не сильно воспринимаю. Там типа суть одна и та же примерно, что и здесь. Этот вид сверху — это странная хуйня. О, рейнджер. Блисто, блисто, блисто. Блисто, наверное, сложнее найти. Блисто сложнее найти. Чё тебе от меня? Иди нахуй.
Луками машет. Может, тебе машина-то останутся? Может, мне повезет? Атмосфера, да, Васити, интересная такая. Приятная. В принципе, это тоже такая атмосфера интересная, но такая просто более хмурая. Но тоже типа атмосфера. Как и GTA 4, наверное, тоже, наверное. Плюс-минус, наверное. Такая же история. Все такое более депрессивно. А тут типа все наоборот. Игра-праздник. Близ-то была. Не, машины еще. Остался, рейнджер остался. Let's go. Но, по-моему, здесь я больше машин не найду. По-моему, все остальные, они в других частях города появляются. Там еще Айдахо. Вообще, Айдахо есть в этом. Где кубанцы. Там можно найти, наверное. А вот Сталион вряд ли. Хотя не Сталион тоже, по-моему, есть. И может быть все машины можно найти на этом острове. Да, и да, и Сталион остается. Все, это уже будет список. Тут три списка всего, я не помню. Или четыре. Здесь, по-моему, три, да, списка. Блять, машину потерял. Давай хотя бы такую. Такую быстрее. Это еще, по-моему, заряженная версия. XS. Резко фокс. Шестую часть. Через года три, наверное. Как раз куплю 60, это 90 под нее, чтобы она запускалась там. В ипотеку себе куплю. Я что за машина я звук на. Я название вообще не помню машин. А, Гринвуд, окей. А почему сразу вышел? Подожди, что? Ой, вот. Почему сразу вышел из нее? Ха-ха, чё? Чё? Это потому что типа. Что за хуйня? Бля, смешная хуйня. Потому что он дверь пытается закрыть, наверное. И поэтому типа сам выходит из нее сразу. Ебать, смешно. Так, Айдахо. Айдахо здесь должны кататься. Айдахо. Нет, это Манана, по-моему, называется. Эту хуйню тоже название не помню. Айдахо и. Мустанг нужен. Я их точно видел на этом районе. Машины редкие здесь. Это, по-моему, Регина? Вот эта хуйня длинная. По-моему, Регина. Я не уверен. Вот он. Нет, не убегай, друг. Стой. Опа. Все, еще одна машина осталась. А сколько там гонок, кстати, там. Ну, по-моему, гонок там довольно много было. Только гонки не помню, они тоже нужны для этого ассета или они не нужны. Там типа и то, и другое надо, чтобы прибыль была. Или только гонки, или только листы наоборот. Вот это я уже не помню вообще, как работает. Так, и все же. Тут иду на паузу, наверное. Ладно. Момент, сейчас вернусь.
Так. Какими даже кофе еще вроде есть, хорошо. Да не, Айдахо-то знаю, как она визуально должна выглядеть, просто что-то ее не вижу. Не вижу в этой местности. Она вот здесь была, здесь вроде. Я вроде ее видел. Привет, Джонтон. Дождик. Это адмирал. Вот там, блядь, не анализ очень поехала, сука, в ту сторону. Вот даже спортивки есть. Это как называется машина? Я не помню. Давай посмотрим. Это тоже может быть в списке. Привет, фанат. Что получил первого Дедгода. Балдеж. Это Бенши? Это Бенши в этой игре? Серьезно? Вот это Бенши? Нихуя его переделали. What the fuck? Он вообще не похож. После GTA 3. Вообще не похож. Как они жестко машины некоторые переделали. Ой. Не удержусь. Минус машина. Охуй. Я это был обязан сделать. Я не мог этого не сделать. Тут тоже как будто Айдахо можно найти в доках. Вот такие машины все стратенькие. Господи, не поворачивает. Ладно, поехали опять на Кубанцам. Может там Айдахо найдем. Спасибо за привет, Алекс. Здравствуйте, рейдеры. Сколько ты себе денег за список? Сколько получаешь денег за список? Здесь много. Надеюсь, хотя бы бабки-то это отобьем за автосалон. Причем гонки, там же, по-моему, какой-то взнос, да, по-моему, есть. Правда же, какой-то, по-моему, взнос есть. Они, по-моему, еще и не бесплатные, по-моему. Вроде как. Кстати, на гонку мне нужна машина нормальная. Кстати, там же машину, по-моему, ни хера же не дают. Надо еще, по идее, машину искать. Вот он. Айдахо. О, щит. Надо Бенши или какой-нибудь Инферно сможет угнать с этого особняка. Посмотрим. Сначала списки сделал, потом уже гонки. У нас сегодня будет день денежный. Бизнесовый. Сегодня мы делаем бизнес. И чую, все же поеду на парамедика на один хер. Возможно. Ой. О, тут тачки же дают за списки, да. А, ну вот, все, получается, у меня тачка будет на гонку уже. Это уже неплохая тачка вроде. А, все. То есть, типа, так а нахуя-то дальше это делать? Все получается. Или, может быть, дальше в списке будешь еще больше денег будет? Если это... Если дальше их делать. Адмирал, Сентинел. Сентинел прямо здесь есть, подожди. Это прям вообще изи. 20к дали, да. Тогда это выгодно. Тогда это выгодно. Можно хоть бабки отбить. За автосалон. Стретч есть в особняке, это лимузин. Вашингтон здесь, по-моему, не ездит. По-моему. Саблю, кстати, я вообще мало вижу. Адмирал здесь бывает, адмирал точно бывает.
Адмирал, блять, я машину диспауню. Адмирал. Вашингтон! Он тут есть! Лол, я думал, здесь не будет Вашингтона. Вот Вирга, я вообще не помню, как Вирга выглядит. По-моему, тут двухдверок эта машина. Вирга. Довольно простые списки, кстати, получается. Не особо душные. Так, адмирал, сабля, думаю, здесь тоже можно найти. Вирга, по сути, остается в основном. Только Вирга. Из сложного. Мне кажется, надо будет ехать на другой остров. За Виргой. Ну и за Старичем тоже надо будет ехать в особняк. Это, по-моему, Феникс. Это комета, по-моему, называется, да? Вот это комета. Так, где адмиралы? Это не помню, кстати, это тоже машина как называется, не помню, погоди. Стой, стой, стой. А, вставка кожаная, окей, все, вспомнил. Это Стингер! Стингер. Его тоже переделали в этой игре. Так, тут адмирал, я вряд ли могу кататься, но здесь... Это опять Вашингтон. Сентинеллы. Стингер. Вообще сабля, да, я же тут, по-моему, видел недавно ее. Одну. Саблю надо найти здесь, наверное, попробовать. Чтобы только Вирга остался. Все остальное было. Адмиралов не видать. Это... Я не вижу, кто это. Это Манана, это мелкая хуйня. Тоже не то. Это так же жестко выдался, это же жестко. Так, а мне эта машина не нужна, я просто ее взял, чтобы на ней кататься. Это не та машина. Я ищу нужную машину. Эту я взял так, чтобы просто быстро ездить. Все, машина довольно приятная. Деньги нужны на покупку бизнесов, а они нужны для карьеры. Например, эта хуйня стоит 70 тысяч, по-моему. А мне еще нужен клуб, он стоит 100. То есть мне пока даже денег все еще не хватает. По факту. Чтобы все это пройти. Ну и по сути для прикола, в общем-то. Потому что карьера очень здесь мелкая, поэтому я решил еще подушить маленько игру. Потому что если ничего не фармит, то можно, блядь, за 2 стрима игру пройти. Если ты в нее уже тем более играл. Я в нее играл. Я, кстати, вот, наверное, меньше помню, наверное, San Andreas, и там, наверное, маленько интереснее будет. И, может, дольше играть придется. Вероятно. Потому что San Andreas я, по-моему, не проходил, когда стримил последний раз. Я San Andreas тоже ведь стримил на этом стриме, но это было... В году 19-м или 18-м, когда здесь было два человека на... San Andreas и на Vice City. И, по-моему, я ее не проходил, я, по-моему, дропнул тогда. Так что я, наверное, давно проходил последний раз в Vice City. Даже просто сюжетку. Не на 100%. Десять часов. Ну, как играть, опять же, можно пройти быстрее. Я говорю, если проходить чисто миссии, которые нужны по сюжету, то можно пройти быстро. Если, типа, играть просто по кайфу, то можно и подольше играть. Типа, у меня же нет цели спидранить эту игру. Ни одну, ни вторую. Мы тут ничего не оптимизируем. Тут мы просто вайбим. Адмирал, 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 адмирал. Стой. Типа, я думал, я вон GTA 3 буду дольше проходить.
Потому что я вообще там просто, считай, играл на похуй. И там я вообще ничего не знал, потому что это я первый раз играл. И то я прошел за часов, по-моему, 15 или 14 часов прошел суммарно. Потому что я одну миссию, по-моему, часа 3 проходил. Или 2 часа проходил одну миссию, где стенды были. То есть тоже, в принципе, довольно... довольно быстро. Тоже короткая игра. Она короткая, но типа Vice City еще короче, чем GTA 3. Она еще меньше ее при этом. Так, это Эсперанто, это не Дива. Дива. Это долго, долго были стенды и долго была миссия, где эти... Come to Daddy. А стоп, Адмирал! Он мне нужен? А, нужен, окей, я думаю, я уже путаю в списках. Думал, это был другой список. Ладно. Так, сабля. 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 Ой. По-моему, сабля здесь тоже бывала. Я тут, по-моему, саблю находил. Какие-то новые машины, пошли новые машины, подожди, их не было. Джипы пошли. Они же по-любому еще, сука, от времени суток, да, могут идти машины разные. Наверняка же. От типа локации, от времени. По-моему, такая же хуйня была в этом. В Сан-Андресе. Добили, уже все, да. Убили. Убили, конечно, быстро. Так что, видимо, дальше хайпим. Кому этот нахуй язык вообще нужен? Зачем он? Еще успеем, видимо. Патч еще не вышел, да. Еще 3 года можно патч подождать. Потом вкат обратно в Айзека. Где-то же была... А это что за машина? Подожди, тогда я тоже не помню. Еще какой-то Ocean был, да, который у отеля стоит. Какой-то Ocean. Это Glendale, окей. Вообще лучше нам мотик взять, с него даже удобнее будет, наверное, смотреть. Возможно. А Ocean View... Это отель или машина также называется? Которая стоит у отеля. Дропа нет, дропа не будет. Дропа не будет твердо и четко, никакого дропа. Может потом еще на GTA 4 устроим сбор. Реально все GTA пройду за месяц-полтора. Смешно будет. Ладно. Но пятую, не, вот пятую что-то я ультра играть не хочу. Четвертую еще, пятая что-то как-то не особо, не знаю, не нравится. Четвертую еще может быть, может быть. Она тоже пойдет долго, наверное. Ты не знаешь, какой там сюжет. Я, кстати, тоже не играл. Я не играл ни пятую, ни четвертую. Вернее, пятую я играл где-то полчаса, наверное, или час играл и бросил. То ли она меня хуёво шла, то ли просто что-то как-то сразу... чем-то не зашла. Охуенно. Просто по трое поехал. А типа четвертый даже, по-моему, ни разу не устанавливал. Кстати, еще придется покупать. Кстати, она в Steam, интересно, сейчас есть. В российском. Не смотрел. Пятая унылая дуарки с Тейвором. Я, по-моему, что-то проходил, все-таки, может, я часа даже 2-3 играл в нее. Я какие-то миссии, помню, какие-то миссии с каким-то чипом какая-то хуйня была, помню. И какое-то, по-моему, не ограбление, а какая-то другая хуйня была. Я там что-то маленько играл, по-моему, один хрен. Но это было очень давно. Я, кстати, покупал очень давно 3-го Vice City San Andreas. Да, скорее всего, ультра дешево. Причем они потом вообще их убирали, кстати. Когда вышел этот долбоёб эдишн конченый. Сейчас вроде обратно вернули нормальные версии игры. Это, конечно, пиздец, мув был нахуй. Гениальный.
хуету типа выпустить и, блядь, оригинал убрать. Спасибо, папаша, за твой Defective Edition. Ну в жопу себе можешь его засунуть. Нахуй вообще кому нужен? Блин, где сабля? Где-то может сабля спавнится? Типа на парковке, но я не помню. Не помню, где ее можно найти. Что-то саблю давать не хотят. А нельзя? Вроде говорят, что можно. Кто-то вчера проверял, типа, что они вроде вернули снова в магазин. Или типа реально, если ты уже не купил, то все уже. Просто они вроде вообще их убирали, типа, из доступа в Стиме. Я так понял, даже если они были куплены, ты не мог, типа, их играть, по-моему, одно время. И потом это вернули. Потому что я их покупал-то, типа, давно. Но может, все-таки их и нету в этом магазине. А, я после пиццы находил. Вообще, поехали на остров, там со мной лимузин, кстати. Тут, может, Вирго будет. Кстати, может быть, один хер все ехать вперед. Если, по-моему, Вирго, если, по-моему, бывает Вирго на этом острове, по-моему. Хотя, может, нет. А, стоп, лимузина нет. What? А, недоступно реально. Блять, ну и хуесоса, пиздец. Да. Ну да, получается, я удачно взял в свое время. Жопа чую, что надо, надо такое иметь у себя в библиотеке. Хоть благо не отобрали, на том спасибо. Это, наверное, был лимузин этого долбоеба, да? Может, он появляется когда-то? Блять, а как я его найду, подожди тогда? А где его искать? А где еще может быть стретч? Я не знаю, где он еще может быть. Кроме этого особняка. По-моему, нигде. Откуда троллинг? Серьезно? Знаете, эту машину отсюда убила. По-моему, больше нигде его нету. Я вообще его не помню, что видел на дороге. А, на киностудии, кстати, может быть, да. На киностудии, может быть. С умом. Возможно, да. Можно будет заехать на него. Тут реально, может, больше его не будет. Может, оно было до того, как я забрал особняк. Только. Внимание не обратил, как это работает. Ну, ТВ Элбом, я уже понял, да. Ага! Ага! Но ты available? Ну, видимо, все-таки available. Ну, видимо, как-то странно, блять, available. Смешно. Но он как-то странно спавнится, очень странно. То есть, то нету. Хрен поймешь. Все радио прикольно, да? Я просто включил это. Spotify плейлист, чтобы музыка не мютилась. Все же я хочу, блин, на YouTube залить. В Vice City тоже, наверное. Думаю, было бы интересно, наверное. Только опять сейчас ебаться, блин, звук удалять в старых видео. Что там вообще видео нахуй просто блочится. Типа деньги, да ладно, хуй с ним. Там, понятно, монетизация, ее сейчас так нахуй нету. Они, блядь, видео просто нахуй вообще блочат сразу. Это пиздец. Ну-ка. Готово.